Всех приветствую на своем канале. Этот ролик будет посвящен моей уходовой косметике, что я возьму с собой в деревню на лето. Хоть я в этом году еще не ездила в деревню, но я планирую хотя бы на разведку на этой неделе сгонять. Я традиционно беру всю свою косметику вот в такой фрошерской косметичке. Ей уже прилично лет, но она все еще вполне себе функционирует. Вот этот вот отливной шампунь, можно сказать, отливант шампуня. Вообще супер дешевый шампунь, 50 рублей за литр, большую такую литровую бутылку я покупала в нужных вещах, и сам шампунь я уже обозревала в своей коллекции запасов ухода, уходовой косметики. В общем, тут у нас 300 мл во флаконе из-под Ифрашевского уже снятого хорошего шампуня. Я думаю, вполне себе хватит на 3 месяца. Это правда, я как бы там не буду уже вот именно 3 месяца жить. Но я думаю, что хватит не только мне и тем, кто, возможно, будет пользоваться. Гель для душа, особая серия, освежающий гель для душа, мятный лимонад. Тут у нас 370 грамм. Тоже какой-то очень бюджетный вариант. Для деревни самое то. Не, конечно, можно взять какой-нибудь гель для душа Avon или Ифраше. Но в этот раз я решила отделаться вот таким бюджетным вариантом для всех. Я с собой беру перекись водорода. Обычная перекись водорода из аптеки. Тут, возможно, можно ее как-то продырявить. И я закапываю в уши. Ну, вы чистите палочками косметическими, кто как, а я в уши закапываю. Ну и так, мало ли чего, что-то порезали или как-то так, какая-то ссадина. Перекись водорода, она как бы нужная вещь. У меня есть масло кокосовое парашют. Я его сюда наливала еще перед Абхазией. Год назад в это время я уже была в Абхазии. Ну, оно как бы было еще и съедобное, и косметическое. Но как съедобное, оно уже не котирует, потому что у него срок годности прошел. Но как косметическое, оно вполне еще может сойти. Крем для рук и тела, который я собиралась взять в деревню, все-таки я его беру. Крем для рук и тела регенерирующий. Следуй за своей мечтой. Это у нас Евролайн. Подарок от подписчицы Лёли. Я вот сейчас смотрю на свет, и он где-то на 2/3 полон. Ну, я думаю, что его хватит. Я его беру как и для рук, и для тела, и, в принципе, и для ног. Если вдруг там его будет не хватать, то вот у меня кокосовое масло. А если уж совсем вдруг будет не хватать, ну, привезу еще что-нибудь, и, возможно, даже сделаю обзор отдельный. Я распаковала, сегодня даже заюзала. Это у нас аптечная серия, кажется. Мое солнышко, бальзам солнцезащитный. Бальзам для губ. Обычно такая гигиеничка. Это подарок от зрителя, то ли Сергей, то ли... Ну, в общем, от зрителя мужеского пола. Хорошая такая гигиеническая помада. Просто мало ли там что-то увлажнить. На упаковке вообще было написано, что это как бы детская гигиеничка. От 3 лет она подходит. И можно там ушки намазать ребенку, носик намазать, не только губки. Но я буду ее использовать просто как гигиеничку. Я хотела отложить зубной пасты какой-нибудь в контейнер, как в прошлом году делала. Вот с собой брала в Абхазию, там еще просто в деревню отдельный контейнер вложила. Но что-то так в этот раз подумала, что можно взять зубной самопальный порошок. На самом деле это Оптан. Я когда-то его делала, я даже его использовала уже как зубную пасту, зубной порошок. Там видно немножко так вот, видно, что это есть. Использовала причем в городе. Я решила, что можно его с собой взять. Конечно, возможно бы переложить, наверное, в менее большую баночку, потому что тут где-то 1/3 его осталось. И если у меня найдется какая-нибудь баночка, то я его с собой его переложу, а так, возможно, пока в этой коробочке уберу. Беру отдельную зубную щетку. Обычно я беру с собой походовую щетку, такую допотопную советскую складную. Но в этот раз я что-то решила сразу везти туда щетку и оставить, чтобы она уже была так, наверное, все лето. Чтобы не геморриться, в следующий раз, вот, допустим, еду в деревню. Ой, не забыть бы щетку, тут уже есть. У меня был набор какой-то 5 щеток, не помню цену. Я покупала еще вообще про запас, наверное, в начале лет этого года в Светофоре. В общем, они разные по цвету. Это зеленая, в пакетик уже убрала. Средняя щетина там называется. Внезапно она такая ребристая. Вообще первый раз мне, по-моему, такие щетки попадаются. Ну и вот я ее решила взять.
Ну вот пусть будет. Полноценная зубная щетка. Ну и в пакетик как бы для надежности. Вот в этой баночке из-под какого-то крема для рук и фраше, правда, я все наклейки отодрала, и тут уже не скажешь, что это баночка и фрашевская, тут даже никаких обозначений на этой баночке нет, иногда бывает, но чаще всего на пластиковых коробочках это фраше выгравировано самой фраше. Здесь у нас алоэ вера, этот фудоголик, я отложила немножко, тут уже на крышечке осталось, я думаю, что мне, в принципе, должно хватить его. Так вот, мало ли, увлажнить лицо. Или укусил комар. В деревне с этим более такие проблемы бывают. Слепень там какой-нибудь. В прошлом году нам слепни встречались. Хотя в прошлом году так получилось, что практически очень мало было в деревне. Но я надеюсь, в этом году побольше получится. Хотя в этом году я планировала вообще в мае туда свалить на недельку. Но вот такой у нас май вышел, что и не уедешь. Точнее, как бы родственники-то ездили там на некоторое время. Но вот у меня не получилось пока. В общем, алоэ вера, уникальная такая универсальная штука. Я беру с собой туда мыло. Я как бы в прошлом году туда увозила кусок мыла. Даже в позапрошлом году он там был. В прошлом году тоже увозила кусок мыла. Но я не уверена, что это мыло живо, потому что не только я мылом пользуюсь. Мало ли там еще куда это мыло могло укокошиться. Плюс мыло лежало, допустим, если год, даже если оно живо, все равно лучше как-то так посвежее. Это мыло на... Туалетная, целебная травы, лаванда, бережное очищение с природными травами. Вообще, что в руку попалось, то и взяла. Это подарок от подписчицы Лёли. Ну и вот он поедет в деревню. И тут я отлила себе хорошо, мне этих флакончиков несколько штук. По-моему, я их на Али заказывала. О, открывается, он еще отвинчивается. Тут у меня... сливки для снятия макияжа, но я как бы макияжем-то в деревне не пользуюсь, я и так-то макияжем только губы в основном мазюкаю, да, этот макияж губ, скажем так. Я обычно удаляю просто вот всякие там, как бы протираю лицо в деревне, у меня чаще всего там умывалку никакую не беру, там хорошая такая прудовая вода, довольно мягкая. Ну и я обычно беру с собой какой-нибудь такой, типа лосьончик там или молочко, что-то такое для лица. Вот тут у меня в этот раз будут сливки для лица, я специально отлила вот в этот, чуть меньше половины, наверное, отлила в этот тюбичек. Так-с, ватные диски. Обычные самые ватные диски, я их переложила просто вот в этот пакетик. Это, конечно, не уходовое средство, но тоже нужная вещь. Это расчесочка, подарок от подписчицы Ани. Та же, что дарила вот алоэ, которая отложила этот фудоголик. И маленькие такие кусачки. Я не знаю, как вы, зрители, а я ногти на ногах и на руках обстригаю кусачками. Сейчас как раз чуть-чуть обкарнаю себе ноготь. Даже, по-моему, слегка больше, чем нужно. У меня точно такие же кусачки, похожие, есть вот дома их две штуки. Скажем так, одни у меня на выход, ну, с собой куда-то пошел, в сумочке обычно валяются, а другие дома. Эти у меня Элла Косметик, а те у меня, по-моему, и фрашевские еще, другие там на столе лежат. И эти я покупала еще... в магазине напротив своей уже бывшей работы. Бывшая так уже года два с лишним, если не три. Ну и тут маленькая такая пилочка. В принципе, она как бы ни к чему. Суть именно, что кусачки. Потому что, ну, заусенку какую-то откусить, отцепить, обрезать. Да, у меня как бы заусенок очень давно нету. Но в основном вот именно, что иногда ноготь так подломился. И надо его царапнуть. Или обкарнать ногти до того, как они обломились. Ну и совершенно неуходовое средство. Но я подумала, что надо бы его взять. Я только смотрю, по-моему, тут уже все, что я хотела с собой взять, и я уже обозрела. Это полосочка ибупрофена. 10 таблеток. Ну, мигрень такая какая-нибудь там. Живот заболел внезапно. Вот. Прям спасение. Вот. Я не часто вообще как бы
таблеткам прибегаю, потому что или они не помогают по большей части, или как-то вообще про них забываю. Но иногда нужно что-то такое иметь там, или, допустим, пчела укусила. Все равно это на самом деле больно, хоть у нас и мы потомственные пчеловоды, и с 1929 года у нас в семье эти самые пчелы. Но я думаю, что надо все-таки куда-то это поменьшую коробочку переложить, потому что косметичка, конечно, закрывается. Но вот эту баночку надо как-то будет утрамбовать, чтобы она то, что туда влезла. Вот такой у меня обзор уходовой косметики, которую я беру в деревню. Не только уходовой косметики, еще некоторых маленьких вещей. Всем спасибо за просмотр и пока!